Сейчас берите поливайники и под корешок, не заливая сердцевину, начинаем поливать. В Новоуколовской средней школе лето – горячая пора для участников летнего трудового отряда. Помидоры, огурцы, капуста и кабачки – всего около 10 наименований овощей и пряных трав радуют глаз на учебно-опытном участке школы. Мы сажали это на уроках технологии для того, чтобы мы это ели в столовых, а летом мы за этим ухаживаем. Здесь же овес, горчица, ячмень, а еще обилие цветов на клумбах. Это как бы кабинет, лаборатория для биологии. То есть мы закладываем опыты определенные и затем смотрим результаты. На 6 сотках пришкольного участка с июня по сентябрь по очереди работают около 70 учащихся среднего звена. К осени, кроме весомой добавки к школьному питанию, они получат еще и ощутимые результаты на ниве знаний.